Йоу! Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем Observation. В прошлой серии мы потеряли, значит, единственного живого коллегу, которая улетела тупо в космос, в открытый, и возле нашего корабля тусуется еще один какой-то корабль, как оказалось. Так вот, сейчас у меня по заданию найти... Полная жопа огурцов, короче, найти координаты спасательной станции на панели для астрофизических измерений. РУС-04. Так, хорошо. РУС-04. РУС. Давай, РУС. ЧИНЧИНК-04. Окей. О-о-о! Что это за дерьмо? П, продолжить. Давай. Я знаю, что это. Так, квадратик с квадратиками. Какая-то приставка. Кружочек в кружочке. Так, подожди. Квадратик с квадратиками. S. Потом была приставка. И кружочек в кружочке. Принять. Так. 5 квадратиков. Приставка. Кружочек в кружочке. А, это я типа ответил. Да-да-да. Угу. Далее, далее. Бесконечность. Какой-то куб в треугольник и три куба в куб. Ой-ой-ой, что я делаю? Ну-ка, включить заново, пожалуйста. Там, по-моему, была бесконечность. Так. Квадратик и квадратики в квадратик. Так, окей. Бесконечность. Вот это и вот это. Принять. Все верно. Блять, ну давай. Как я не люблю сейчас. Так, хорошо. Квадратики. Приставка. Квадратики. Так, вот это было отскок. Потом. Не, давайте-ка еще разочек. Не уверен, что запомнил. Это запомнил. Потом пирамида из квадратиков, приставка и квадратики. Хорошо, отскок, пирамида из квадратиков. Где? Приставка и вот это. Это типа система свой-чужой? Или что это? Все, комси-комса? Или ты еще мне сейчас какую-то... Оу. Что это такое? Это как будто меня кто-то взламывает, а я сопротивляюсь. Так, астрофизический терминал для астрофизических измерений. Сервер... Ближнего поля не активен. Дальнего поля... Сервер дальнего поля не активен. Окей. Сервер ближнего поля не активен. Дальнего, ближнего. Хорошо. Отправить данные в систему коммуникации. Координаты доступны системе коммуникации. Астрофизически. Так, понятно. Видимо, это не работает. Мне что-то другое надо сделать. Передать сообщение. Хорошо. По порядку. Найти идент-код... ЕА-07. Давай. Хорошо. ЕА-07. Повтори команду об ошибке. Камера. Отключена. Не удалось. Это что значит? Капитанский модуль. Ну-ка, давай еще разок. А можно мне как-то... Что мне нужно делать? Нет. Для трансляции сообщения нам понадобится установить цель и найти идентификационный код. Координаты можно поискать на терминале астрофизических измерений, а у Джима должен быть код.
Так, слушай, мать, такой вопрос. Камера не работает, что мне делать-то? Так, хорошо, камера не работает. Допустим, камера не работает, хрен с ней. Эмма, понятно. Что это за шарик? Панель управления шлюзом. Панель управления шлюзом. Хорошо, это что значит? Пам-пам-пам. Управление и навигация. Хорошо, это... Это понятно. Медблок, да, это? Биомед. Хорошо, это красное, что система охлаждения. Хорошо. Тут... Это что? Реактор, да? ЭР, да. Хорошо, сфер у нас так получается, я так понял, нету, да? Ну-ка, а тут что-то есть? Что это? Высокий приоритет, требуется вмешательство. Действие, информировать команду. Что, не удалось? Инициирует ошибка камеры. Стой, ёптвой. Блять, как в управлении, не могу я все запомнить. Интуитивно тыкаю все. Так, вот так и вот так. Эмма, мне не удалось подключиться к камере ЕА-07. Странно. Может, Джим их выключил? Релокация происходит, подключение узла камеры. Да? Должно работать, теперь проверяй. Опа! Все, работает, отлично. И тут у нас трупец, да? Тут у нас трупец. Как это? Нету трупца? Чё? Я-то думал, тут интересно, тут сейчас... Просто сразу камера включается, просто какой-нибудь размозженный по стенам чувак. Со страшной гримасой. Хладогенератор, добавить системные соединения. Давай, лишним не будет. Так, журнал хладогенератора. Пар-пар-пар-пар. Там вся херня. Хладогенератор. Ля-ля-ля, активен. Хорошо. Добавили. Далее. Что сделаем? Сейчас я немножко осмотрюсь. Как это все долго? Есть кнопка ускорения как-то? Этой дрочильни. Так, хорошо. С этим хорошо. Вот, вот это мне надо. И вот сюда, да? Ноутбук удерживайте. Бамс. Введите пин. А вот как, да? Нет, подожди. Пин. Сейчас я скажу тебе пин. 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 Наблюдение за отметкой. Продукт. Краткое изложение ежедневных наблюдений за отметкой. Выпущено 15 февраля. Бла-бла-бла. Подготовлено контрольной группой наблюдателя Центра исследования отметки. Краткое изложение наблюдений за отметкой. Короче, бла-бла-бла. Конец отчета данной... Данное недоступное заключение действует согласно плану изменения намеченной датой... Намеченной датой остается 17 февраля. Подтвердить члены команды Джимми. Группа. Ну, короче, что-то тут они мутят непонятное. Так, это его дети. Что? 4, 3, 2. Так, 4, 3, 9, 2. Давай попробуем. 4, 4, 3, 9, 2. 4, 3, 9, 2. Неверный пин. Окей. Как, сука, выйти-то? Далее, что у нас еще? 8, 3, 0, 9. 8, 3, 0, 9. 8, 3, 0, 9. Неверный пин. Окей. Что еще там? 5, 6, 9, 4. Правильно же? 5, 6, 9, 4. Неверный пин. Соси. Соси ногу. Хорошо. Там 6. Подожди, подожди. Должно быть где-то быть где-то здесь. И вообще, нахера ставить какие-то пароли? Вы в шаттле, блять, работаете. А, подожди, ну-ка, вот здесь может. В шаттле работаете, и тут какие-то пароли. А если что случится, ты там, не знаю, от сердечного приступа умрешь.
Шли домой, удачи тебе. Сообщение домой. Сэм. Доброе утро, боец. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Просто хотел пожелать тебе удачи на экзамене. У нас тут кое-что происходит. Надеюсь, скоро я тебе лично расскажу, как все было. Почему мне снова пришлось уйти? Скажи маме, что я скоро буду дома. Люблю вас. Все, Сэм. Все окей. Так, окей, давайте тогда просто по шлюзу посмотрим, как следует. Посмотрим по шлюзу. Ну-ка еще разочек. Найти идентификационный код в ЕА07. Найти координаты спасателя. Установить координаты на панели коммуникации Самос. Ням-ням-ням. Хорошо. Это-то мы все сделаем. Просто загвоздка. В чем? Я не могу зайти в ноутбук пока что. Что это? Активно. Ноутбук не алло. Да? Так, понятно, это тоже не алло. А что если просто доложить, типа, что... Вот, а, подожди, так вот же. Как? Как-то странненько, документы данные восстановлены. Я, конечно, может быть, сейчас буду полным дураком, но я хочу вот этот пароль ввести. 13-17. Так, а чё, как, блядь, да что ты делаешь? 13-17. Да, как, 13-17. Скорее всего, конечно, неверный, блядь. Это вообще какой-то... На подушке написано что-то вообще. Кто будет такой делать? Ну, хотя это игры. В играх-то это все же. Так, я делаю ставки, что все равно что-то вот здесь, видимо, 65 может. Или может я не так что-то понял? 5. Начинается. Так, хорошо, давай подумаем. Сережа, не тупи. А ну-ка, что это такое? ...2008. Фотография с выпускного. Фотография Джима Элиаса. С выпускного в ЕАКа. Хорошо. В 20.008? Ну, это бред, конечно. Тоже, на мой взгляд. Ну, давай попробуем. 2008. Блять, какой же он олень, господи ты, боже мой. Код идентификации, предвестник 1. Блять, какая же, сука, это тупорылость, блять. Я понимаю, что это игра, но, на мой взгляд, во-первых, пароль тупорылость ставить на каком-то космическом, сука, корабле, где, в принципе, полная, просто стопроцентная доверенность должна быть людям. Так еще и пароль ставить какой-то тупорылый абсолютно с какой-то, блять... Так, куда мне там надо? Подожди. Найти... найти идентификационный код ЕА-07. Я где? Я в ЕА-07. Так. Может, я что-то не активизировал. 2008. Код идентификации, данные. Интерфейс управления. А, вот это... Код предвестник 1. Кажется, это код миссии. Предвестник 1, код миссии был другой. Сэм. Что еще предвестник 1? Сам этот... Это не код миссии. Что это за предвестник 1? Ну, этот код хотя бы сработал.
что, все, да, галочка стоит. Найди координаты спасательной станции на панели для астрофизических измерений РУС-04. Ладно, хоть подписывают, РУС-04, давай, РУС-04. Окей, давай, погнали, рок-н-ролл. Чё я не так делаю? Выбрать... Что-то я не понимаю. Сервер ближнего поля не активен. Окей, то есть я должен что-то сейчас здесь включить, я так понимаю. Или я не понимаю? А? А, ёб твою мать, вот же. Да что ты, сука, е все тыкаю я. Активно, активно. Все, наконец-то. Додумались. Ну-ка, загрузка. Ох, блядь. Так, хорошо. Что это за дерьмо? А ну, стоямба! Так, стой, система коммуникации. Координаты недоступны. Так, хорошо, стой, да, блядь, угомонись. 48-65. Вот точка какая-то, ну-ка. Отправить данные в систему коммуникации. Координаты доступны. Где доступны в системе коммуникаций? А ну-ка, стой, блядь. Какие системы коммуникации? Где? Вообще нет станции, датчик. Ядро памяти, нет? Карта перемещений. Помещение, тут что? Как это все ебуче, ребята, прямо. Коммуникации. А, ага. Это вот это, что ли? Вот так, передача. Предвестник 1. Текущее направление 23. Передача. Требуются координаты панели, ключ авторизации. Требуются координаты панелей и ключ авторизации. Сука, да как... А, подожди, роутер. Передача сигнала, хорошо. Входящие. Активно. Получены астрофизические. РУС. Выберите канал экипажа, чтобы перемещаться между коммуникациями станции, внешними модулями и так далее. Откройте канал, чтобы начать. Требуются координаты панелей. Так, блять. Возвращайся в предыдущую локацию. Координаты панелей, да. Ну, так вот же. Нет? Дальнего поля, давай. Сорок 68-65. Данные объекта. Так, хорошо, я понял. Что-то значит необычное, что ли, надо искать? Вот какая-то хренотень. Что это? Выбрать. Так, я понял. Я прям сейчас сканировать буду всю площадь. Я не догоняю, что мне от меня требуют. Вы что доебались-то? Я компьютер, сука, умный. Если бы у меня на борту был такой компьютер, как я бы его сломал просто. Я бы ему, сука, просто в материнскую плату лом засунул бы и расколупал бы. Потому что это что за
тупники-то, блядь, а? Я бы сказал, ты чё, блядь, я тебе сказал, ты должен сделать моментально это, а не вот это... Что? Сигнал? А? Какой нахуй сигнал, блядь, что? Соединение, соединил, далее, данные объекта. Спуск вправо, отклонение. Дальнее поле, давай еще раз. Окей, хуй с тобой, еще раз. Данные объекта, земля. Так, спуск вправо. Что это значит? Спуск вправо 8. Отклонение 8, 38, 24. 8, 38, 24. Давай будем вот от этой точки. А, это небо, что ли? Ну, в смысле, это космос или что? Данные объекта, земля, спуск вправо 8, 38, 24. 8, 38, 24. 8, 38, 24. Восемь, 38, 24. Ну-ка, передача давай. А? Чё? Требуются координаты панелей. Что это мигает-то? Ёб твою мать! Координаты доступны в системе коммуникаций. 8, 38, 24. Отправить данные. Отправляю данные. Ближнего поля, ну-ка давай въебем. Чё? Спасательная станция. Чё это? Данный объект, а спасательная станция. Где-то в какой-то черной вообще жопени. Это что? Непонятно. Какие-то объекты. Это что? Это что? Это тоже какой-то тогда. Может, я салфетку какую-нибудь, типа из KFC, блядь, рассматриваю вообще под микроскопом? Пятнышки какие-то. И вообще, я, может, под наркотиками где-нибудь в подъезде лежу. Тут, блядь, ученым себя представляю. И вот тут что-то в какой-то заднице. Вообще в конченое просто. Данные объекта. Подожди, спасательная станция. Так, стой. А если я вот так сделаю? Еще раз, ну-ка, повторить, подожди, повторить команду, ну-ка, пускай она скажет мне. Что мне нужно сделать, Эмма? Первое, направить панели в сторону гипотетического расположения других станций. Так, код у нас есть, теперь осталось добыть координаты с терминала автофизических. Так мне куда нужно, какие панели и как их, сука, повернуть-то, алло? Ну-ка, подожди. Ну-ка, еще раз. Эмма, повтори, я дурак. Первое, направить панели в сторону гипотетического расположения других станций. Ну вот, спасательная станция. Так, код у нас есть. Терминал сервиса изменений. Так. То есть мне вот не этой хуйней надо заниматься, а прямо... Прямо чем? Ну-ка, подожди. И это я, если вот так включу... Оно сразу, да, спуск вправо. 16, 14, 22. 16, 14, 22. Подожди. Установить, а, все, галочка поставлена.
Установить координаты на панели коммуникации Самус. 16... Бля, еще раз. Сбился. 16, 14, 22. Чё-то смотри-ка, продвижение пошло. Окей. И... назад и обратно. Там погрешности эти нужно еще выставлять. 48, 11, 11. Стоять. 11, 11. Далее, что мне нужно? Фишер. Фишер. Роутер. Кто она там? А, все, все улетели. Выбрать. Передача. Подожди. Выбрать. Внешний. Стационарный. Релокация происходит. Подключение узла. Сэм, отлично. Мы снова на коне. Так. Ладно, было не было. Будь что будет. Давай уже рожай. Мне интересно. Говорит доктор Эмма Фишер. Я нахожусь на борту наблюдателя. Пожалуйста, ответьте. Это наблюдатель. Я вижу вас. Ответьте. Если вы слышите, если вы меня слышите, дайте знать. Выжила только я и Сэм. Я не знаю, как мы здесь оказались. Генераторы вышибло. Был какой-то шум, и вот мы здесь. Я полагаю, что нам... Что вам все это известно, и вы здесь, чтобы нам помочь. Повторяю, говорит доктор Эмма Фишер. Я на борту наблюдателя. Пожалуйста, ответьте. Пиздец, короче, нам. Релокация. Сэм, этот звук. Это входящее сообщение? Это должно быть спасательная станция. Это не может быть сообщение с Земли. Слишком быстро. Получено сообщение. Загрузить из окна коммуникации. Самуса. Блядь, сейчас, мне кажется, будет такой шум. Коммуникация. Так, стой, что мне надо? Получить доступ к входящим сообщениям сам. А, все, понял. Это вот именно это и надо. Стационар. Ну-ка, передача. Нет? Не угадал? Выбрать. Передача. Фишер. А, входящий. Неизвестный источник. Поврежденная аудиозапись. Зашифрованное сообщение, необходим соответствующий протокол дешифровки. Так, понятно. Далее. Зашифрованное сообщение, сообщение дешифровки, комбинация данных. Понятно. Теперь доступна комбинация данных, комбинированная в ядре памяти. Ну давай, памс. Ты кто? Данные повреждены. Комбинировать данные. Шлепс. Данные предоставлены фрагмент. Ну-ка, вот это, да? Соединить узлы. Так, подожди, с чем соединить? А, вот с этим. И с этим. Или я не угадал? А, не, вот это беленькие, что ли, вот это? Вот это... Повреждена аудиозапись. Ну-ка. Говорит Джош Рамон, я на борту неразборчиво
Где я? Пожалуйста, ответьте. Я нахожусь в китайском модуле 3, но я неразборчиво... Эмон... Боже мой, это Джош! Если ты слышишь меня, ты должна неразборчиво другую станцию. Он пытается... Эмма, прошу тебя. Он жив, я знала. Я знала. Наверное, он перебрался туда после того, как мы видели Мэй, когда спасательная станция была... Сэм, я направляюсь к шлюзу. Полезай в сферу, пойдешь со мной. Слышь, мать, не гони лошадей, ты чё, сейчас, хуй пойми, мне кажется, тебя заманивают, у нас тут чертовщина какая-то происходит. Я как-то видела фильм, героям пришлось прыгать с одной станции на другую. Они воспользовались волной от взрыва модуля и перепрыгнули. Зачем нам взрывать что-то, можно же просто нацелиться и толкнуться. И теперь, когда я сама в такой ситуации... Чёрт, с два, я доверю управление траекторией к какому-то взрыву. Поэтому ты мне и нужен. Так. Еще разочек. Куда мне покинуть станцию ЕС-11? А где ты сама-то? Алло. Где она? Сфера Эмма. Сфера. Занять. Стойте. Эмма. О, блядь, ты че, сука, пугаешь? Стой, я запутался. Где она? Okay. You ready? Нет, не ready, подожди, стой. Блядь, где ты? Сфера Эмма. Я не туда, да, полетел? Стой, Эмма. Стой, блядь. Я еле-еле управляю. Так, понятно. Стой. Куда я нахуй улетаю? Я не понимаю. Куда она улетела? Подожди, стой. Тут никуда нельзя. Тут тоже. Сфера. Подожди, отсюда она куда-то... А, вон она. Все, я понял. Я готов. Йоу. Управление давления отключен. Шлюз не задраен. Давай, закроем. Разгерметизировать. Открыть. Блять, да... Погнали! И... Стой. А, вот. Релокация. А чё, подожди, а я не могу управлять, или она... Я была снаружи станции только один раз, а тут еще это. Вот тебе и вомит с головой. Окей, кажется, мы готовы к прыжку. Если я начну отклоняться, попробуй подтолкнуть меня сферой. Я не уверена в том, что риск себя оправдает, но лучшей идеей будь моим якорем. Будешь моим якорем. Ну давай, чё, толкайся. Окей, была не была. Да давай, не ссы. О, что я творю, Матерь Божья. Сэм, ты здесь? Спасательный корабль идентичен. Они построили вторую станцию? Прототип? Зачем им понадобилось две станции? Мы почти на месте. Сэм, вернись.
Ты отклоняешься от курса. Ты сейчас в модуль врежешься. Бам! О боже, меня сейчас стошнит. Осторожнее, ты вот-вот врежешься. Боже мой, пожалуйста, ну-ну-ну, да! Да, я добралась, Сэм. Никогда больше не буду так делать. Осторожнее. А я-то чё, как это, кусок говна-то? Болтаюсь. Так, хорошо, мы на месте. Дай-ка я твой фонарик включу. Этот модуль почти не использовался, судя по всему. С ума сойти, дизайн просто идентичен. Мне казалось, что они просто взяли секции других станций и настроили их. Кажется, питания совсем нет. Будешь моей путевой звездой. Я бы в любом случае предпочла тебя перепустить. Пойдем вперед, тихо и осторожно. Другая станция, удерживайте. Слушайте, ребята, очень все закручивается, прям сюжетик-то. Но давайте на этом пока что остановимся в следующей серии. Посмотрим, чем же все это дерьмо продолжится. А пока, если понравился выпуск, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, рассказывайте обязательно братюням, чтобы получать оповещения о новых выпусках. Тыкай колокольню, ссылки на ВК паблик и соцсети в описании. А на этом у меня пока что все. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!